За активную жизненную позицию и участие в социально значимой деятельности. В Люберцах наградили неравнодушных граждан. Благодарственные письма вручили депутат Госдумы Лидия Антонова и депутат Московской областной думы Игорь Каханый. Пригласили сюда в преддверии вот праздника День независимости России разных представителей. Это очень важно, чтобы вот во всех слоях наших как бы были такие люди, которые бы не проходили мимо, если у кого-то есть вопрос, беда. Медицинские работники, педагоги, чиновники и общественники среди награжденных по-настоящему неравнодушные и активные люберчане. Сергей Зубков занимается воспитанием подрастающего поколения. Тренирует молодых тхэквондистов и сам достигает спортивных вершин. В этом году он стал победителем на чемпионате мира по восточным единоборствам. Довольно-таки насыщенный год. Не с точки зрения много заслуг, а много полезных дел было сделано. То благодарственное письмо, которое я сегодня получил, это как раз-таки говорит о том, что ту работу, которую мы проводим, двигается в нужном направлении. Благодарственных писем от депутата Госдумы удостоились 9 человек. Плодотворное сотрудничество и большой вклад люберчан в развитие округа отмечают ежегодно. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.